Всем привет, дорогие друзья, с вами Артём, и сегодня, ребята, будет видос, посвященный, ну, очередной видос про оружие. Новое оружие, ну и самое свежее, это у нас такое оружие под названием винтовка Мосина. Ну, что-то типа того. Ну и вот, ну и еще у меня есть обновочка, ну, в плане того, что это то же самое, только немножко обновили. Вот, значит, тот самый обрез, уже не один раз светился в кадре, видосом. И что здесь? Сразу бросается в глаза, это ствол. Он уже сделан из трубок алюминиевых. Потому что деревянный, это жесть полная, там гильзы и то, не все влезали. Вот эти вот, вот эти металлические гильзы латунные, они вообще туда не влазили. Сейчас они просто выпрыгивают. Сразу две выбросить. Вот так я думал. Так все идентично. Я спокойно откинул. Взял гильзу, спокойно заложил обратно. Это у нас 12 калибр. Вот. Спокойно закрывается. Сбоится и стреляешь там. А к нему идет у нас такая сумка. ЗБшки нашли. Здесь у нас патроны эти и ножик. Мы его не вспомним. Так, ну это ладно, это потом. И у нас еще есть ружье. Вот такое ружье. Вообще-то изначально был ППШ. Мы хотели сделать ППШ. Но тогда что-то не срослось, и у нас получился вот такой. Ружье. Вот сейчас такое ружье. Здесь система простая. Здесь тоже трубка алюминиевая. Здесь так открывается. И стволешник откидывается. Вот у нас тут уже патрончик. Мне нравится такой звук. Значит. Стойте. Здесь 16-й калибр у нас уже, видно вам. Короче, 16-й калибр. Вот. Ну вот, обычный ствол, петля, это регулировать, чтобы поплотнее закрывалось. Ну и таким образом это дело закрывается сейчас. Вот, таким солчком. Здесь, значит, прищепка это как спусковой крючок, что другого я не придумал. Ну и поясная вот эта штука на плечо. Вот. Ну и к нему еще идет такая патронница. Вот. Такая патронница, вот те же самые гильзы. Вот. Здесь, конечно, есть и целые, но они и пустые. Ну вот. Цеплялка вот здесь вот такая, ну типа пришлось самому делать, потому что они уже были оторваны. Не знаю почему. В общем, вот такая штука. И сейчас самое свежее оружие, это у нас винтовка Мосина. Ну как бы она сама по себе не свежая, потому что, ну, мы только чисто тушку эту выпилили. И уже там почему-то нам, ну, мы устали, короче, что-то, не знаю, что-то на нас нашло. И мы ее оставили. Ну, до лучших времен, в общем. Ну, здесь, конечно, много всяких недочетов, конечно, которые к винтовке это не относятся. Ну, конечно, курок здесь не квадратный, такой, как, к примеру, в АК. Ну, пришло, ну, просто дырка здесь, все. Ну, это ладно. Значит, такое исполнение здесь. Вот. Это прицел в виде гвоздика. Пока так. И самый классический взводник. Взвел. Ну, здесь еще съемный магазин. Сейчас. Вот так снимается. Там. Сняли. И поставили. Он должен вот так быть.
Вот. Ну, конечно, здесь в ранних, наверное, версиях. Не знаю точно. Здесь вставлялись не магазины, а пачки. То есть, пачки патронов вставлялись сюда. Вводился, ну, эта штука отодвигалась, сюда вставлялась пачка. Вроде бы... Ой, мощник, я не знаю. Там вроде бы шли магазин. Точно, я не знаю. Кто знает, напишите. Ну, мы решили сделать под магазин, потому что намного удобнее. Ну, для нас проще. Ну, здесь вот такая часть. Ну, и так-то все. Достаточно прикольное оружие. Очень четко. Вот еще, кстати, мешок с патронами те сами. Ну, гильзами. Мешочек прикольный, кстати. Подписан здесь что-то. Дробь написано. ГОСТ. Дробо... Какой-то лесной завод. Дробовикам. Обычный завод какой-то. Ну, вот такая вот коллекция оружия. Вот наш ФАМАС, который... Ну, не знаю. Обзор уже был на канале, так что переходите, смотрите. Ну и вот такое. Кому понравился данный обзор, напишите в комментариях, что из этого всего вам больше всего понравилось. А нас не сюда лицам. Включаем. Вот. С вами был Артём. Подписывайтесь на мой канал.